четко. Всем привет, с вами канал Лев Лайф. И сегодня мы приехали на Иртыш копать золото, серебро в очередной раз. Надеюсь, что-нибудь найдем. Мы уже тут походили немного. Пока что очень мало сигналов и практически ничего нету. Вот такая красота тут. Иртыш, большая река. Там у нас Кристина с папой моим ходит. Я еще тоже ходил с металлоискателем. Сейчас Кристина с металлоискателем, папа копает. Сейчас вам покажу, как все это у нас все происходит. А я хожу сейчас, буду спинпонтер делать. Куда? Спинпонтер я тоже папе отдал. Я хожу с вот такой вот баночкой, куда складываю мусор, там все такое. Все, они что-то нашли, я пошел к ним. Ветер очень сильный, не знаю, как будет меня слышно. Надеюсь, все нормально. Вот такая тут река у нас протекает. Я иду босиком в поисках. Че, пока нет сигнала? А? Сантиметров. Туда. По пинпонтерам проверить. Это здесь, ага. Ну давай, давай, ищи его. Я ближе к тебе, ага, видишь. Проскакивает, но. Глубоко так? Язычок, что ли? Из-под кетчупа? Нет, он его не берет. Из-под кетчупа это? Пробка. Думаешь, пробка? Ну, давай. Сколько бьет? Вот здесь вот что-то. А, это что-то не то. У тебя 100% здесь должна быть. Где? Что там? Проволока. Ну да. Проволока. А, ты туда и вставляешь. Серебряная, да? Пробка бьет. Так. Ржавая. Ч
четко. Здесь ближе ко мне, да? О, нормально, хоть находка одна. Что-то она без дырочки. А вот обломанная эта проволочка. Ухо. Ну. Или можно переплавить просто. Ну, свинец, угу. Дорогой. Ну, проверяй, кстати. Нашла уже? Что это? Она? Пробка? Что это там такое? Нет. Ну, пробка, ну. Там нет. Проверяй, что ты сразу. Не уходи. Там еще не выкопай. Это ближе. Ближе, а, туда. Тоже там, что ли? И тут бьет. Везде бьет. Ну-ка, проверь еще. Там еще. Там тут. Банка, да? Кольцо какое-то. По-моему. Золотое кольцо на шее. В нос, ну. Грузил? Ага. По-моему. Думаю, запая, а привязана дырка. Это четверка. Угу. Это заводской хоть. Так, и по итогу, что мы нашли? 16. Сейчас иду. Вот такой вот у нас баллончик. Два грузила. Вот таких вот, одно побольше, одно поменьше. Блесна. Целая, с поводком. Ну, конечно же, крючочки, пробочки, там куча еще мусора. И вот такой вот значок нашли. Angry Birds. Так, фокус, фокус, давай. Фокусируйся, наверное. Вот так вот. Angry Birds. Такой вот значок. По итогу вот что мы нашли, я вам показал. Думали, будет золото, серебро, кольца какие-нибудь, но ничего, к сожалению, не было. Ладно, подписывайтесь на канал, еще будет много интересных видео, обязательно подпишись и поставь большой палец вверх. Ладно, с вами был канал Лев Лайф, всем удачи и всем пока!